сегодня мы тренируемся играть арпеджио P-I-M-I, A-I-M-I. Обратите внимание, после каждого звука мы будем играть пальцем и третью струну. Бас, третья. Дальше. Вторая струна, опять третья. Первая, третья. Вторая, третья. Несколько раз поиграйте, чтобы запомнить. А дальше давайте разберем чуть-чуть поподробнее. Помните, в арпеджио мы приземляем пальцы, когда играем вот в том направлении. Приземляем их на струны. В этом арпеджио мы делаем то же самое. Единственное, что в этом арпеджио не всегда удобно приземлять палец А. Поэтому для нас сейчас будет достаточно приземлить три пальца. П и М. То есть я поставил сразу П и М на струны. И начинаю медленно играть. Большой. И. М. Дальше свободно. И. А. И. М. И. Опять приземлили. И продолжаете. И так далее. Ничего сложного нет. Нужно всего лишь несколько раз, поиграв эту формулу, запомнить ее. Следующее. Не дергайте струны вверх. Все-таки играйте их внутрь ладошки. То, что мы делали, когда играли предыдущий арпеджио. Как только у вас начнет это получаться, начинаем чередовать бас. Начинаем с шестого, потом пятый, четвертый, пятый и обратно шестой. Получается такая штука. Давайте сыграем в быстром темпе. Сейчас, конечно, вам так быстро играть нельзя. Вам нужно играть медленно, медленно, медленно и очень медленно. Если вы чувствуете, что что-то не получается, еще медленнее. Если чувствуете, что играете неровно, играйте с метрономом. Друзья, я очень надеюсь, что вам понравился урок. И если вы хотите продолжать, то обязательно смотрите следующие уроки из плейлиста. Ну, а если хотите полного погружения, то переходите на нашу платформу Pima School, регистрируйтесь, там вы найдете полный курс и огромное-огромное количество информации не только по гитаре, но и по электро, по джаз, по фингерстайл и по многим другим направлениям. Также подписывайтесь на наш телеграм-чат, ссылочка будет в описании, там вы можете всегда задавать вопросы, если вам что-то непонятно и что-то не получается, я либо кто-то вам обязательно поможет. Ну и добавляйтесь в наш телеграм-канал, чтобы быть в курсе наших последних новостей. Также ссылочка будет в описании. И увидимся на следующих уроках.